Если у вас подмазок мало, то лучше их как-то отметить, чтобы потом не забыть. Получается светлая шпаклевка, светлый цвет стены. И вы можете просто забыть потом и покрасить это место. И получится, что сделали еще хуже. Я их отмечаю обычным светлым тейпом, не жестким, он не должен сильно прицепляться. Если возьмете такой, есть жесткий, более желтый, или чем-то еще нацепите, можете еще краску отодрать. Особенно, когда она свежая. Также не рисуйте ничем на стенке, особенно фломастером. Потом его трудно будет закрасить. И вот после прохожу, смотрю, где у меня помечено, шлифую. Сразу прохожусь грунтом с маленьким валиком. Все это подсвечиваю, и уже видно, когда грунтом прошелся, подмазка успешна или нет.